Приветствую всех на своем канале и предлагаю с вами вместе поехать в первый раз, в этот раз, как говорится, бесконечные лабиринты. Итак, ноль пройдено, это первый. Мы сразу получаем подарочек, который мы будем строить. За прохождение каждых 5 лабиринтов мы будем получать вот такие вот тыковки. И когда полностью построим, мы сможем превратить, когда закончатся наши лабиринты, в гору подарков. Тут у нас есть торговец, да, но он не такой интересный, но не забываем, что вы всегда можете перелистать. Смотрите, ключевые, бесконечные, ключевые, бесконечные. Ключевые у нас стоят до конца, бесконечные, как только съехали на следующий, этот пропал. Нас можно поздравить. Первый остров сразу такой хороший, смотрите, это у нас чайный куст. Нам это очень сильно пригодится. В процессе готовки мы сможем делать дополнительно себе на домашней локации энергетики. И это очень-очень хорошо. Так, пока месть идет быстренько. Ну, хочу вам сказать, чтобы вы сильно не рассчитывали, что эти чайные кусты, они будут периодически попадаться. Но печалька, ой. Они у нас не на каждом острове бесконечном. Будут иногда чередоваться с цветочными коллекциями, будут иногда, получается, эти кусты. Но в процессе расчистки мы сможем себе накопить и коллекцию цветочную, и вот такие вот наши, ой, вкусняшки для приготовления дома. Я еще раз напоминаю для тех, кто, допустим, не смотрел предыдущие видео, что это лабиринты. Здесь не имеет значения процент расчистки. Сколько хотим, столько и выбиваем. Хотим 100%? Без проблем. Хотим только забрать самое нужное, необходимое? Да. Но в любом случае, на таких островах, где есть чайные кусты или кусты с цветочной коллекцией, ну, смотрите сами, но я советую забирать, потому что это тоже довольно-таки редкая вещь в игре, и это не везде есть, печалька, но все же. И не забываем, что все это бесконечный лабиринт. На 15 вот таких сундуков никто не рассчитывает. Ждем 5 штук и все. Да, еще такой маленький нюанс. Для тех, кто любит поскакать по-быстрому или у кого нет много энергии, а хочется расчистить больше. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это бесконечка. Бесконечно они могут вам сделать вообще, знаете, как сюрприз. У меня было такое несколько раз. И у компаньона тоже мы с ней когда общались. Она говорит, ой, вы мне представляете, вот я буквально чуть-чуть прочистила, и все, я нашла главную постройку, я нашла 5, все, можно дальше не идти. Если на них нету вот таких вот кустов. Если вы уже открыли 5 сундуков и открыли главный приз, а у вас еще там полуострова в тумане, ну, значит, у вас полуострова в тумане. Так и останется, в принципе. Вот видите, тут я уже... Ой, да что ж я все время пытаюсь на него нажать, не поевший. Тут уже все, допустим, видите, я уже главную построечку нашла. Осталось отсчитать до 5 сундуки. И еще. Так, это покушать, это надо. И накормить своих товарищей. Первый пошел. Сундуки. Раз, два, три. Ну, покамись. Ну, наше исследование продолжается. Я себе наделала немножко яблок 4000. Ну, намного не хватит. Ну, ничего, насколько хватит. Все равно идет экономия. Хотя, вот честно скажу, вот свои плюс 5. Те, которые медик. Я что-то еще вообще не накопила. Ну, потому что чуть-чуть раскопилось у меня на лабиринтах. А потом закончились яблоки. А ехать было сразу лень. Я немножко плюс 5 поела, как говорится. И осталось у меня 170 штук. Вообще ни о чем. Вот что я сейчас делаю? Этот угол можно уже вообще не чистить. Чего я там стою? Кто его знает? Сама не знаю. Так, мне нужно пойти принять помощь и оказать компаньону. Итак, пока вы не совершили переезд на следующий остров, пока вы не открыли вот этот главный вход в хранилище, ну, хранилище это,
вы можете не переживать, вы можете смело покидать этот остров, и при возвращении вы будете возвращаться на него. Но как только здесь дверца открылась, все. Когда нет, вы можете еще вернуться до тех пор, пока не поехали на следующий. Но вас он будет спрашивать, вам надо будет выбрать, допустим, не новый, а предыдущий. Тогда вы сможете на него попасть. Кстати, я ошиблась. В этот раз не шестой, а пятый. Потому что этот остров у нас пятый по счету. Первый бесконечный. А здесь у меня уже стоят, получается. Вот я обнаружила синенькие. В них находятся синего цвета. Для торговли с контрабандистом. Поэтому, значит, на этом острове 5 синих, 5 красных. Всего надо собрать 10 ящиков. Сколько же я этих обнаружила? 2 из 3. Но все равно я никуда не уйду, пока не найду 5 ящиков. Буду здесь все вычищать. Потому что синие редкие. Да и красные тоже лишние не бывают, правильно? Это у меня будет 550. У меня 400 оставалось. А, 500 оставалось. Это будет, значит, 650 у меня теперь. Мне немножко быстрее надо, можно будет насобирать на что-то интересное у контрабандиста. Так, раз. Где же я их видела-то? Два. Три. Четыре. Ну, четыре я уже вижу. Еще один надо найти. В этот уголочек никто не ходил. А это неправильно. Не факт, что здесь проход. А, нет, есть. А вот я вижу пятый. Сквозь стенку. Вижу сквозь стены. Ясновидящая, вот. Нам сюда, мимо дядьки. Кстати, если дядька вам мешает, его всегда можно передвинуть. Типа, чтобы не закрывал пейзаж. Вот у кроликов праздник. Сколько травы. О, еще и такой тоже нашелся один. Недостающий. Не, ну я все равно пойду вот этот уголочек. Там еще могут быть цветочечки. Такие острова, где есть дополниловка, их лучше как-то тщательнее. Острова, где просто 5, можно так, по-быстренькому. Вот, видите, цветочечек. И монетка, тоже хорошая вещь. Тут тоже цветок и монетка. Ой, я не поела. Так, надеюсь, цветы все собрали в букет. Проверочка. Нет, конечно, вот еще тут цветок. Я не знаю, сколько с одного острова цветов. Ну, честное слово, ну просто никогда не считала, скажем так. Так. Ну вот, а чемоданы сейчас будем считать. Я так понимаю, дядька. Кто голодный? Ты голодный. А теперь никто не голодный. Хорошо. Так, для очистки совести в этом углу уберем туман. Ну, там ничего интересного уже не было. Так. 44. Учимся считать. Раз. Два. Три. Ой. Четыре. Пять. Есть. Так, и все нужное тоже. Этих я уже начинала открывать, поэтому
Я просто могу посмотреть по общему количеству. Так, приступим. Открыть. Тут еще подарочек. Уголек. Маленький и незаметный. Так, дяденька. 980. Кстати, по-моему, они нам поменяли. Мне казалось, что вначале... А, нет. Почему 100 тогда? У меня было 500, добавилось 100. Я все вроде открыла. Мне кажется, было 500. Ладно, теперь 600. Уголек заберу тоже. Очень уж мне он симпатичен. Смотрите, теперь нам доступно еще, получается, продвижение на вторую. Ну, вот смотрите, как мы сделаем, чтобы я вам объяснила. Вот, заходим в ключевую, заходим в первую, да, допустим. И я совершаю обмен на головоломку. И теперь, если я захожу на бесконечные, мне показывают, что первый пройден. Если я нажму сейчас в путь, то я попаду на второй. А если я не хочу еще ехать, если я хочу еще остаться там, первый пропадет. Нажимаете вот так стрелочкой назад, и вы возвращаетесь на тот, где вы были. Тайный лабиринт первый. И можете тут что-то еще делать. Ну, когда вы решили, что все, нажимаете в путь, и все. Внимание, предыдущего больше нет. Ой, появляется следующий, а на предыдущего все уже, дорога закрыта. Вы можете двигаться только вперед. Привет, дядька. Мне получается, надо еще открыть сундук один. И я куплю вторую рулеточку. Получается, смотрите, для того, чтобы купить две пекарни. А, нет, это у меня же оставались лишние. Что это я? Хотела сказать, что надо-то всего лишь пройти парочку. Нет, это не так. У меня аж 430 было, когда я начинала лабиринты. Поэтому фокус не удался. 19, 44, 45. Кстати, и червячки сыпятся, тоже очень радуют. Идем. Итак, в принципе, я готова считать. Раз, два, три, четыре и пять. Так, теперь открываем. Раз, два, три. И будем заниматься нашими чучелами. Убираю комбо. На всякий случай, тут у меня пару камушков меня ждет. А вот еще монетка. Так, чучело. Первый пошел. Второй и третий, и я готова открыть. Да, не забываем, что когда мы поехали на первый лабиринт, нам подарили специально, что строить надо поставить его будет на домашней станции, у вас в складе, по идее, в другом должно быть. Сейчас посмотрим. Вот он, хранитель лабиринтов, мы его ставим на домашний и потом начинаем строить при помощи вот таких деталек. А, так можно комбо и не выбирать было, всего два камушка. И 200 собрали. Раз,
Два. Ну, теперь хоть глины будет прям более или таки менее. Так, дяденька, сколько там у нас? 780. Ой, вот мне почему-то кажется, что я уже все поменяла. Но это не точно. Сейчас пойду гляну. Так, 42, 52. Только надо убедиться сразу, чтобы сюда уже не возвращаться. То сейчас спросят, а мы так не догадываемся, хотим, не хотим. И вот еще забрать. Глину вроде все забрала. Монетки вроде все. Там мы вообще посчитали так. Ключевое. Первое в путь. Все. Я закончила. Две мини-пекарни. Две головоломки. Ну, а с бандитом, по-моему, я еще не готова, да? 600. Ну, тогда поехали. Поехали. Нас тут встречают опять, а мы поедем на домашнем и посмотрим, как же эта штучка выглядит, когда стоит. Так, вот он, хранитель. Это у нас предыдущий такой был. Это вот хранитель с прошлого раза. И вот какие были подарки, я могу вам показать. Ну, количество я, конечно, уже вам не покажу. Но что было, в принципе, посмотреть можно. Вот такой вот у нас в этот раз. Это, пусть вас это не пугает, дней еще много, все успеем. Так, рулеточка, головоломочка. Достать и покрутить. Тут я уже покрутила. И еще две пекарни мини. Мини раз. И каждый раз нам получается 5 яблок. Мини 2. Так, мини-мини. У нас делает в этот раз песочное. Ну и, наверное, опять творожную. Как-то так. Ну, продолжение следует в путь. Он нам тут машет. Ой, а я не поела. Так, это у нас какой по счету? 3 плюс 4, 7. Ага. Ну, значит, еще на синие рано рассчитывать. Хотя, вы знаете, бывает, что как-то так не соблюдается пропорция. Ну, в основном. Я думала, каждый шестой, а видите, в этот раз каждый пятый. Я вообще не поняла юмора. О, эти цветочки, про которые я говорила, между прочим. Цветочная коллекция, она к нам пришла. Я недавно снимала видео на канал, насколько она редкая и зачем она нам нужна в принципе. Кому не интересно, кто там не знает, может зайти, написать «Цветочная коллекция Клондайк» и посмотреть на канале. Я всегда стараюсь все показать, все рассказать, что, ну, может быть, я что-то и упускаю, уж простите меня. Честное слово, старалась. Так, ну, мы с вами в бесконечных, можно сказать, тоже погулялись. Думала, пройду 5, но решила, что все-таки компаньон сейчас ушло, добью помощь. И тоже, наверное, сделаю такой маленький перерывчик. Потому что много лабиринтов, это хорошо. Но много лабиринтов сразу, это перебор. Сорок пять. Поехали. Тут нет проходика. А где он? Вон он здесь. Ну, это не точно. Я опять летала за яблочками. Как раз у меня капусточка наросла чуть-чуть. Ну, немного. Ну, по крайней мере, процесс увеличения пока я знаю, что не такой у меня запас, чтобы выдержать все лабиринты на яблоках. Чтобы, типа, реально пополнить запасы энергетиков. Ну, насколько меня хватит, не знаю, но пока держусь. Не сильно, но таки уверена. Вот опять коллекция. Самое интересное, что это у меня по счету 4-й лабиринт. Ну, или это так поначалу нам сделали.
Дело в том, что из 4 лабиринтов, вот которые у меня только вот появились, бесконечные, в 3 из них ценные предметы. В 2 были те другие, получается, как делится по 45, а в этом цветочная коллекция. Но это говорит о том, что я не смогу, даже если сразу попадется все, бросить и поехать. Мне нужно будет коллекцию забрать. Не брошу же ее на острове, правильно? Как говорится, все свое ношу с собой. Ну, а мы немножечко поиграли, и я думаю, что видео можно заканчивать, мы не будем его затягивать, на этом все. Если у кого какие вопросы, пишем. О, я нашла чемоданчик. Что-то мне уже кажется, что он синенький. По-моему, я точно переиграла. Я до него буду дойти. Это уже, наверное... Давайте, покажите мне цвет нашего чемоданчика. Ха, тут не будет прохода. Да ладно. То на него тут конфетная отсвечивает. 100%. Это ж надо, сколько надо обойти. Тихо. У нас есть энергия, мы ничего не покупаем, чтобы добраться до того цветочечка. Вернее, не цветочечка, саквояжика. Ой, сейчас не получится. 45. А теперь вокруг. Ой-ой-ой-ой-ой. 800 яблочек осталось всего. Так надо не есть, а надкусывать, чтобы дольше хватило. Ну, я обратила внимание, что вот, я не знаю, как жабки, а грибочечки очень слабенько выпадают. Очень-очень мало. Я меняла, конечно, но что там я поменяла? 50 штук. И причем я не знаю, меняла я со всего или там с каких этих. Ой, открываем. Кормим красавчика. И сейчас будем смотреть, насколько мне показалось. Да. Обыкновенный красный. Ну, могли бы так. И синий поставить один. Для разнообразия. Ой, видео мы заканчивали и никак не закончили. Точно, до новых встреч. Пока-пока.